В этом году в Бобруйске прибавился 91 торговый объект. Их количество превысило 2600. Расширение сетей позволило дополнительно создать 400 рабочих мест в сфере услуг. Для сравнения, в прошлом их было всего 73. В том числе за год были открыты и новые интернет-магазины. Сейчас их 138. Функционируют также 6 рынков и 37 торговых центров. Учитывая, что ООО «Евроторг» и «Мартин Фуд» являются одними из крупнейших ритейлеров в городе по продажам, недостижение им уровня прошлого года по розничному товарообороту сказывается на товарообороте в целом по городу. Между тем, розничный товарооборот – не единственный пробел в торговле. Есть также вопросы с выкладкой товара, истекшим сроком годности, отсутствием маркировок и хранением продукции. На заседании исполкома мэр города Александр Студнев акцентировал внимание не только представителей сетей, но и работников управления торговли. Мы абсолютно перестали уделять внимание павильонам, что там торгуют, что там продают. Одному только не знаю кому известно. Мафия же все это мимо нас проходит. Фасады торговых объектов. Вообще мы забыли, что это такое. Пандусы на многих отсутствуют. Еще один немаловажный аспект, который отметил председатель горисполкома – минимальное количество продуктов на полках супермаркетов от бобруйских компаний. В частности, мясокомбината, красного пищевика, бабушкиной крынки и домочая. Полный ассортимент наших производителей также не представлен в ООО «Евроторг». Это сеть всем знакомых еврооптов. Сейчас по всему городу их 11. Есть список и других замечаний. Сегодня на совещании главой города было сделано ряд замечаний по работе компании. Недостатки, которые имеют место, действительно есть. Мы их приняли к сведению и в рабочем порядке будем исправлять. К слову, средний чек по городу составил 11 рублей 40 копеек. По стране он, например, выше на 2,60. Что же касается проверок в магазине, они продолжатся и дальше. Весь акцент на то, чтобы покупки для горожан стали не только комфортными, но и безопасными. И пока до европейского уровня мы не дотягиваем. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.